28 августа в Ульяновске отметили большой церковный праздник – Успение Пресвятой Богородицы. В Спасо-Вознесенском соборе прошла божественная литургия, которую возглавил митрополит Симбирский Новоспасский Анастасий. Успение, посвященное Матери-Заступнице всех верующих, восходит к первым векам христианства и считается одним из 12 главных торжеств. В народе праздник называют Малой Пасхой. Кончина каждого человека приносит скорбь в нашу жизнь. А здесь мы радуемся. Радуемся, потому что Царица Небесная, Матерь Божия, стала матерью всего рода человеческого. Она помогает каждому, кто прибегает к ее молитвенному предстательству. За богослужением молились прихожане, в числе которых был губернатор Сергей Морозов. Вместе с ладыкой глава поздравил верующих с успением, а также поздравил самого митрополита Анастасия с прошедшим днем рождения, поблагодарив его за труды, направленные на созидание духовной жизни Симбирского края. Мне нравится встречаться с ладыкой, мне нравится с ним разговаривать, мне нравится слушать его. Я еще раз хочу вот в вашем присутствии с ним поблагодарить его за науку, за заботу, вручить эти цветы и в вашем присутствии ему несколько поклониться. Подарок ладыке губернатор преподнес картину. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.